Привет. Все. Одна грудь в экране, да? Как дела? Да все отлично, ребята. Что могу сказать? Я приехала в Тай. У меня получилось. Очень много людей мне помогало. Вот. И кратчайшими путями я здесь. Сережа сзади, он нас, по-моему, делает упражнение на руки, на плечи. Так, какая откровенная форма? Кардиозале одна или Сережа? Сережа, мы очень часто, наверное, все время тренируемся с Сережей вдвоем. Вот. Так, слушайте, да, я заболела еще в Питере. Привет! Я заболела еще в Питере. Я приехала в Новосибирск, и там минус 2. Вот. И до сих пор кашляю, до сих пор не могу отойти. Шмыгаю носом. Ну вот. Но стараюсь. Как вам моя сухость? Я очень худая. Видите, мои одни глаза. Остался один большой нос. При этом пресс. При этом у меня есть талия, да, есть талия. Так, хей. Так, ну что, может быть, вам рассказать о том, как я питаюсь сейчас? Может быть, вам это будет интересно? Расскажи, что часто делаешь. Да, кардио делаю очень часто, 2 раза в день, получается. Первая половина дня с утра стараюсь на голодный желудок, может быть, чашечку кофе, немножечко казинчика. Да. 58 килограмм, так и держу вес, воду не сливаю, отлично, воду не сливаю, вот, что касается моего питания сейчас, кому интересно, это в основном белок, можно поговорить о пользе белка в моем рационе, поскольку у меня кардио, ну, значит, смотрите, у нас утро начинается как? Утро начинается как? Мы встаем, мы пьем кофе с Сережей, мы пьем много кофе, пьем кофе и идем до зала пешком, теперь пешком. У нас это занимает в районе 40 минут, 38-40 минут, ну где-то 40 минут, да. Дальше в зале мы делаем 20 минут кардио, в зале мы делаем кардио примерно 30 минут. Сережа делает 40, я делаю 30, плюс я делаю пару подходов на задние бедра или ягодичные. После этого мы возвращаемся домой пешком. Так, я уже приезжала в Россию не так давно, это было 11 числа, я улетела, я 2-го прилетела, 3-го, 11-го улетела. Ну вот, и пешком идем обратно. У нас это занимает по времени 40 минут. То есть, получается... Фу, сколько это получается? Час, 10, 1,5 часа где-то с утра. И перед тренировкой стараюсь сделать где-то минут 20-30 кардио. Да, как высыхаю, сохну. Вот так вот. 8-8. Так, да, больше белка с морской еды берешь. Белок, в основном, ребят, в моем рационе сейчас белок, и если честно, не буду врать, это казеин, это в огромном количестве казеин, я съедаю примерно от 6 до 8 черпаков в день, примерно одна порция белка в протеине, а у меня в моей, сейчас привет с Ульяновска, в моем случае это казеин. Это примерно идет 2 черпака, 1 порция, 33 грамма. Примерно 33-35 грамм. Вот. Ну и умножаем это, естественно, на 4, а то и 6 раз. Получается моя огромное количество дозы белка. Вот, повседневно я не хочу при этом кушать. Мне это очень на пользу. Пью очень много воды. Казеин. Да, я разложу казеин с молоком. Иногда, если молочко жирное, я добавляю туда... Еще помимо молока разбавляю водичкой пополам, получается, то есть если там 4% жирности молока, например, да, там, то, грубо говоря, это получается 2%, если пополам разбавить это с водой, то каким-то таким образом
Вот, недавно встречалась с Надей Петровой, кстати, кто видел, кто смотрит мой инстаграм. Там есть прикольные фотки. Кофе пьешь с молоком. Да, я пью кофе только с молоком. Вот. Мне это вкусно, мне это нравится. У тебя в друзьях, молодец. Так, воду не задержит. Вы знаете, воду сливают спортсмены, как правило, за недельку. За недельку. Сколько казеина при наличии жирных белков? О, не поняла вопрос. Еще раз дублируйте, пожалуйста. Воду не сливаю, вода у меня не задержится, у меня с водосолевым балансом все отлично. Слава богу, мне в этом плане повезло. В этом плане проблем нет. Вау! Видите, вот такая вот форма. Все хвастаюсь, видите? Так, проморгала вопросы. Сильно уменьшается ли грудь? Ну, в моем случае, слава богу, нет. Почки нормально работают при избытке белка. У меня нет избытка белка. То есть, если посчитать, то у меня как раз все в норме. Если очень грубо подсчитывать, очень грубо, то это примерно 4 грамма белка на килограмм тела, то на то и выходит. Секси-гёрл, спасибо. Так, ну, в общем-то и все. И что касается, это небольшая реклама для Genetic Club. Могу сказать, что питаюсь именно их продуктами, привезла с собой. Развожу казеин не жидкой, а именно густой кашей. И употребляю как десерт в виде такого густого чего-то с кофе. Очень вкусно. Не боишься перекачаться? Друг мой, я выступала в классическом бодибилдинге, и после этого я уже ничего не боюсь. Яичный белок в бутылках. Зачем казеин? Да как зачем казеин? Казеин – это вкусно. Казеин – это как десерт. Я использую, ем его постоянно. Яичный белок также употребляю. Если я ем с утра, например, яичницу, да, то я могу съесть яичницу. Причем я ем ее вместе с желтками. Холестерин – это полезно в какой-то мере. И вообще он, этот желток, он на русский язык помогает усваиваться тому количеству белка, которое я употребляю. И что могу сказать? То есть я делаю яичницу, например, из 4 яиц. После этого сделаю 2 черпака казеина, смешаю это с небольшим количеством молоком и водой. И употребляю это как каша, как десерт, и очень вкусно. Так, слушай, короче, знаешь, иди ты. Так, долго, артная ночь, обычно не пьют. Слушай, обычно, необычно, все это бред полный, можно употреблять это абсолютно в любое время дня и ночи. Я могу сказать, что если ты немного знаком со спортсменами, большими спортсменами, там те же у нас атлеты, которые выступают в номинациях бодибилдинг, то они едят через каждые 2-3 часа, они едят, встают даже ночью. Поэтому не важно, когда в твоем рационе есть белок утром, днем или ночью, и казеин это, или протеин. Это тоже абсолютно не важно. Казеин считается, что имеет свойство дольше усваиваться и перевариваться в желудке. Но я могу сказать, что у меня все очень быстро переваривается. И это просто вкусно. Он густой, и я делаю его как десерт. Вот, протеин такой густой, он, когда его размешиваешь, он не бывает, его надо пить, а казеин можно есть. Вот, и могу сказать, что мне это очень вкусно, полезно, и вот вы сами видите, то есть это эффект сушки без углеводов. Углеводы я себе позволяю где-то раз в 3 дня чередованием, это овсянка в виде 4 столовых ложек на весь день. Стараюсь это хотя бы уложить в 2 приема пищи. Также смешиваю все это с казеином. Вот, еще раз похвастаюсь своим телом. В общем-то, не напрягаясь, вывожу пресс благодаря спортивному питанию. Абсолютно честно, абсолютно серьезно, не вру. Не вру. Я даже не знаю, на самом деле, если бы здесь, в Таиланде, можно было бы есть творог, его можно есть, но, если честно, мне кажется, это немножко дороговато. Они перегнули с ценой, так как творог, в принципе, это не тайский продукт, а русский. Он стоит, как сохраняешь мышцы на кардио. А в основном белком и сохраняю. А вообще мышцы я пожгла, и очень сильно пожгла, и жгу их до сих пор, потому что не буду выступать в классическом бодибилдинге, больше уменьшаюсь. И уменьшилась я с 67 килограмм до 58, и считаю, что это круто, ребят, это очень круто, и
а вам слабо. Вот, для мышц худеешь или без кардио очень много. Кардио много. В принципе, из витаминов для мышц. Витамины для мышц. Гормон роста вы имеете в виду или что? Или какие-то стероиды? Нет. Мне нужно выглядеть женственной, красивой. Максимум, что можно позволить себе, когда ты худеешь, я считаю, что это какой-нибудь клёновый ролл, но на самом деле, если углубляться в подробности его действий, то он очень сильно влияет на ЦНС, да, центральная нервная система, которую, к сожалению, потом очень тяжело восстановить. Все это возможно, восстанавливается, но достаточно долго, тем более для женщины это очень опасно. Мы и так истерички, сели в дальнюю пятерочку. Вот, в общем-то, по поводу истеричности, да, вы сами видели, кто не подписался, подписываемся на мой канал Адская Наварская. Последняя моя истерика была как раз поездка в Россию. С 3 по 11 число я находилась там, именно потому что моя центральная нервная система дала внезапный сбой. И, может быть, это как раз и есть клен-бутирол. Мягче становится. Ну, конечно, становится. Не курю, не пью. Матом не кричу, поэтому становится. Страдаем от ПМС. ПМС такая штука, и это прикольно на самом деле. Девочка может всегда прикрыться тем, что у нее ПМС. Да, если так посчитать, да, там 2 недели до, неделя во время, да, примерно, и 2 недели после. Это целый месяц можно быть истеричкой, и прикольно. Хорошо быть дурой, да? В общем-то, как я говорю, хорошо быть дурой, у меня всегда есть материал на мой канал. Какой пульс? Вообще, на самом деле, если по-правильному делать все грамотно, то пульс на кардио, если у тебя есть какие-то силовые нагрузки, да, там, если у тебя силовая тренировка, то он должен быть 130 ударов в минуту примерно. Ну, максимум там разогнаться можно до 140, но тоже это не нужно, потому что там уже идут, страдают, грубо говоря, твои мышцы, если ты пытаешься их сохранить. В моем случае я жгу мышцы, поэтому я могу разогнаться до 150 и выше. Я, честно говоря, за этим не слежу, потому что знаю, что мое сердце в норме, не так давно проверялось. Воды, очень много пью воды. Нет, не заливает, заливает, если, ребятки, я начинаю страдать всякой херней, там, поедать какие-нибудь булки, например. Булки давно не ела, я держусь, и в последний раз уезжала. У меня кардио 150, не меньше. Аккуратней, аккуратней, это сердце. Кардио все-таки... кардио это все-таки в первую очередь массаж для сердца, то есть это зарядка для сердца, для сердечно-сосудистой системы, для хорошего кровообращения. Чтобы все было в норме, нужно держаться 130 примерно. Зачепились. Да, сейчас я стану суши, посекусь чуть-чуть, может быть, зачепились, а может и нет. Не получается держать. Смотри, если у тебя не получается держать кардио, например, 130 на степере, да, попробуй эллипс. На эллипсе очень легко, на велике очень легко можно держать 130. Там практически нет никакой нагрузки, только на ножки. Вот, дыши медленно, плавно, думая о хорошем, я не знаю, думая о мороженом, думая о сексе. Нет, если я начинаю думать об этих вещах, у меня наоборот пульс подлетает. Я не знаю, думаю о кошках, о маме, может быть. Покажи себя, сердечко бешено бьется всегда. Молодость. Сейчас станешь постарше. Вот она я. Сейчас станешь постарше, и сердце будет слабее. Не переживай, пока бьется, значит, ты живой. Так вот, по поводу заливает, не заливает. У подруги Леськи почули чертово логово сладких конфет. Вот там меня заливало, потому что я не сдержалась. Как понять, когда... Простите, ребят, не прочитала. Вот еще раз. 6 кубиков. Немножко я водянистая, но чему очень рада, потому что сейчас мне нужно сохранить свою женственность, чтобы внешность моя не страдала, чтобы не появлялись прыщики на лице, а то тут не периодически пытаются что-то показать, написать по поводу кожи. Я считаю, что у меня с кожей все в порядке, с учетом тренировок, постоянной потливости, приема каких-то нехороших... Раньше, естественно, раньше, это было ранее, нехороших витамин, каких-то, например, солнце, также спорт, все это ухудшает кожу, но я могу сказать, что я принимаю
витаминных комплексов, хотя сейчас все отменило, принимаю только омегу и спортивное питание, только казин. Так, повторки. Спасибо большое. Попа, конечно же, уходит, и уходит весь жир абсолютно со всего тела. Это нормально абсолютно, либо пресс, либо попка. Но если ты генетически богат на попку, если мяско там есть, то все будет хорошо. Сколько омеги капсул принимаешь? От 2 до 4 капсул в день, в зависимости от рациона, если есть рыба, например, либо есть какие-то фрукты типа авокадо, то могу принять и 2 капсулы, а так, как правило, 4 именно казеин. Потому что это вкусно, потому что это густо, это вкусно, это можно есть как десерт. Умница, я тебя поздравляю тебя. Сколько килокалорий выходит, Даш? О, ребят, это такая запара на самом деле. Могу сказать, что калорийность всегда у меня ниже. Стараюсь урезать. То есть точно сказать не буду, не буду врать, не буду говорить. Я сейчас не считаю. Углеводов zero. Zero. Чередую на третий день, стараюсь есть, я уже рассказывала, 4 ложки овсянки сухого вещества. Естественно, стараюсь это поделить примерно на 2 приема. Это очень мало, это гроши, потому что с углеводов меня наполняет, мышцы наполняются глюкогеном, я становлюсь очень крупной, сочной, а мне надо быть сухой, худой девочкой. Так, сахарозаменитель кушаешь? Да, в общем-то, балуюсь сахарозаменителем, балуюсь им часто, добавляю его в кофе, иногда в чай, поэтому, в общем-то, последний раз меня залило, кстати, меня немножко залило, ребят, как раз из-за сахарозаменителя. В конфетах мы нашли, Сережа нашел конфетки, мне то каким быть, я не пойму, не знаю, это твой личный выбор. Нашел конфеты, и они на сахарзаме. И, блин, ребят, я в таком количестве стала их поглощать. И там этот сахарзам, он держит воду, начала лить конкретно и капитально. То есть, как бы, сладкого там нет, углеводов там нет. No sugar, free sugar, но из-за огромного количества я стала набирать воду. Шоколад можно, например, можно, если это 80%, 85% шоколад, горький, не молочный, то, конечно, даже не то, что можно, нужно есть, он помогает улучшению кровообращения, поэтому можно. Но если он хороший, повторюсь еще раз, горький черный шоколад, примерно 80-85% шоколада. Шоколад должен быть шоколадным. Вот такие вот дела, ребятки. Кстати, сейчас Сережи стали учить английский язык. Это очень прикольно, это забавно. Знаю уже пару фраз. Буду учить. Соусы zero можно или там тоже? Там есть определенные добавки, которые, вот если честно, соус zero, да, соусы соусом рознь, там есть некоторые добавки. Например, у меня начинали срезь в животе и какие-то изжоги, какие-то... То есть, в общем-то, все, что показывало, что это очень плохо усваивается. И мне невкусно. Мне невкусно, поэтому я отказался от соуса zero. Я даже отказался от джема zero. И в своем рационе zero использую, наверное, вот эти вот сахарзам. Скорее всего, он сукланат или как-то там. Тоже вредная хрень, но она в таком маленьком количестве, что это не так сильно влияет на наш организм изнутри. И пью кола zero. Очень люблю пить кола zero, мне вкусно. И когда жара, когда ты приходишь после кардио, полтора часа ты гулял, да, отсутствовал, в это солнце, плюс 30, очень круто выпить холодной колки из холодильника, это вкусно. Так, стивия. Нет, как раз это тот сахарозаменитель, который абсолютно не вреден, он сделан из определенной травы, это природная такая штука, то есть это не химозина, поэтому стивия абсолютно безвредна, но я не принимаю ее, не воспринимаю ее, в принципе, потому что она имеет какой-то странный вкус, который мне не понравился. Майпротеиновый заменитель нормально? Честно говоря, не знаю. Что такое вообще майпротеиновый, расскажите мне, это что-то с соей связанное? Я, наверное, совсем динозавр,
Я из спортивного питания, говорю, оставила только омегу да казеин. В общем-то, даже протеинчик я им не балуюсь. Поэтому, к сожалению, я в этом плане безграмотна. Ну что, ребятки, в общем-то, сегодня у нас была с вами беседа по поводу моего рациона, по поводу белка в рационе, насколько он нужен, насколько он необходим, как выводить вот эти вот кубички, оставаться красивой, не забывать жиром, худеть. Я всех обняла вас. Хорошо, Сережке обязательно передам привет. Он там в зале тренируется. Все. Я отбегала 25 минут с небольшим уже. И теперь у меня силовая часть тренировки. Все, всем пока-пока. Мама, если ты меня смотришь, ничего нового. Я люблю тебя, люблю сильно. И подружкам всем моим тоже привет. Оп. Жирные пальцы. Очень жирные пальцы.